Новая игровая в деревне Шульгино радует и детей, и взрослых. Здесь до приземления бурана была обычная и даже неухоженная площадка. Торчали корни деревьев, вместо резинового покрытия – песок. Теперь ее не узнать, делятся местные жители. Современные горки, качели и турники. Для безопасности установили камеры видеонаблюдения и фонари. Сейчас все очень здорово, безопасно для детей в первую очередь. Прилегающую территорию тоже будут благоустраивать. В планах подготовить проект небольшого пирса на пруду. Карина Еряшева, телекомпания «Одинцова».